Приветствую вас. И сегодня я хотел немного поговорить о криптовалюте Latium. Вот, соответственно, за один день работы, осуществленный, как раз мне было зачислено, ну и, соответственно, я их вывел, то есть оплачен на кошелек на компьютере 49,50, то есть 49 монет 50 центов, ну и, соответственно, 19 монет на рассмотрение. Что мне здесь стало интересным, это как раз первое, это курс монеты на сегодняшний день, текущий момент. Данный монет стоит около 5-6 центов или 11 723 сатоши, то есть это центы в биткоинах. Есть вот довольно-таки такой интересный ресурс, где вы можете то или иное количество, которое вы получите Latium именно в проекте, вы можете их перевести сюда на свой кошелек в Latium и, соответственно, обменять их на биткоин. Ну а биткоины потом вы можете обменять на доллары или евро или рубли. То, соответственно, здесь вы можете прописывать то или иное количество Latium. Даже вот напишем те 49,50. Так, здесь надо точку ставить. Вот, и нам показывает, что на это количество, которое я перевел себе на кошелек, мы можем пойти вот на таком сайте, посмотреть предварительно себестоимость биткоинов. По текущей цене биткоин, данное количество сатоши, это стоимость 2 доллара 794 цента. Ну вот принцип текущего, цена меняется фактически каждую минуту, секунду. То есть приблизительно за это количество сатоши вы получаете 2 доллара 79 центов. Это только за один день работы. Ну и, конечно же, вы можете ознакомиться более подробнее, зарегистрироваться. Довольно-таки очень простая регистрация. Ну и, конечно же, здесь вы можете приблизительно даже рассчитывать, если вы, допустим, за 10 дней по 50 монеток, это будет где-то около 500 монеток. То есть копируете это количество, вставляете на сайт, и, соответственно, вот вам показывает. То есть практически за 10 дней работы вы можете получить плюс-минус 20-30 долларов как минимум. То есть это не предел, потому что мы имеем возможность, конечно, в разы больше заработать. Я вот создал такую табличку. По принципу в прошлом видео я тоже рассказал. Во-первых, не нужно никаких денег, абсолютно бесплатно. Каждый человек регистрируется. Еще один раз хочу уточнить важный момент. Это как раз без таких нежелаемых моментов. Это не осуществляет две или три регистрации с одного компьютера. Потому что если у вас IP-адрес один, то это не фиксирует, и могут просто ваш аккаунт заблокировать, и, соответственно, все те средства, которые вы получили, то есть количество монет, они могут их у вас отобрать и ваш аккаунт заблокировать. То есть, если вы регистрируетесь, делаете один аккаунт и предлагаете другим ребятам то же самое осуществить. Ну и, в принципе, здесь я вот сделал табличку такое, количество вознаграждения, то есть в 100 уровней, я не просчитывал до 100 вниз, и принцип количества партнеров. Я здесь взял простой пример, если каждый пригласит по двое человек, то, в принципе, здесь количество партнеров в глубину разрастается, ну и количество монет, которые мы можем получить, конечно, тоже возрастает. Ну и по текущей цене плюс-минус сколько мы можем заработать. То, как таковой, еще один важный момент, кто следит за информацией по биткоину, как вы знаете, биткоин тоже изначально стоил несколько центов, и на сегодняшний день его себестоимость в среднем где-то 500-600 долларов варьирует. То представьте себе, если даже в течение там полугода цена вырастет около 1 доллара, то есть ваши доходы могут вырастить до очень хороших результатов. То есть без каких-либо необходимых средств, вы можете просто зарегистрироваться, принять участие и начать зарабатывать. То есть рассказывать людям, и партнеры будут регистрироваться, вам начисляется монета согласно таблице, как у нас показано на самом сайте. То есть вот здесь, в самом низу, данные показаны. Вот они, все 100 уровней, которые нам начисляют количество монет. Ну и, в принципе,
Конечно, я понимаю, что будут люди разные, у кого будет два партнера в первой линии, у кого будет 10 партнеров, то, конечно, сразу цена меняется. Представьте себе, что вы каждый день, грубо говоря, по 2 доллара или больше будете зарабатывать. То есть все зависит, конечно, от ваших усилий. И здесь, конечно, можно варьировать до бесконечности. То есть вы можете в среднем там, через 10-15 дней выйти на доход 20 долларов в день, а можете и больше. То есть все зависит, конечно, от количества получаемых партнеров. Здесь я думаю, что очень быстро будет разлетаться данный монет, потому что не требует никаких средств. И каждый партнер просто уделяет малость внимания, то есть рассказать, показать, как все это работает. Ну и, конечно, по практике, которому участвуют в тех или иных партнерах, за все время там складывается определенный объем количества партнеров, которые вы можете подписать. Чем больше, конечно, у вас будет первая линия, тем выше у вас доход становится. А представьте себе, если вы эти монеты не сразу обмениваете на биткоин, а потом в доллары или евро, а их придержите, пока цена там не вырастет до 1 доллара. То есть, имея энное количество монет, то в будущем вы можете иметь даже в разы больше. То есть, не требуя на данном этапе никаких средств, просто участие рассказать и показать. И, в принципе, я думаю, что это будет одно из тоже интересных направлений. И что мне интересно, это, конечно, цена монеты довольно-таки очень сильно стоит. То есть, наоборот, идет в рост. И каждый раз все больше и больше предлагается биткоинов за данную монетку. То есть, вот такая возможность даже на этом этапе 11723 сатош. Если сравнивать краны, на которые дают нам по 300 сатош, то в принципе от рефералов даже меньше получается, 50%. А здесь вот фактически за подключение одного партнера это одна монетка, 11 сатош. Если это 5 монеток, то очень просто. Вот, допустим, даже здесь мы напишем. 5 монет это, грубо говоря, 59 тысяч сатош. То есть вот эти 59 тысяч сатош мы вкладываем сюда, это, грубо говоря, 28 центов. То есть за подключение одного партнера вам платят 28 центов. Хотите обменивать, сразу обменивайте. Не хотите, держите, когда курс вырастет больше. Если хотите, можете поменять на биткоин и ждать, когда биткоин вырастет. Это абсолютно уже на ваше усмотрение. То есть вот такие цифры могут вас ожидать. Конечно, количество партнеров будет расти, потому что проект не требует никаких вложений. То, соответственно, имея энное количество монет, то доходы ваши могут вырасти в разы. Вот такой приблизительный расчет. Кому интересно, добавляйтесь. Будем работать. Всем удачи, всем пока.